Сотрудники госавтоинспекции отмечают 86-летие со дня образования службы в системе МВД. Создание госавтоинспекции как самостоятельной службы было вызвано требованием времени 87 лет назад, когда создавалась экономика новой страны, Советского Союза, и укреплялась ее обороноспособность. Все большее значение стал приобретать автомобильный транспорт и дорожное хозяйство. Молодому государству потребовался надежный механизм управления и надзора за дорожным движением. С начала года в Приморье сотрудниками ГИБДД пресечено порядка 1,5 миллиона административных правонарушений. Отстранено от управления транспортными средствами около 4 000 водителей. Уважаемые коллеги, сегодня вся страна празднует поистине всенародный праздник – День образования Государственной автомобильной инспекции. 87 лет назад руководством нашей страны было принято решение о создании изначально отдела регулирования дорожного движения, но со временем наша служба получила название Государственной автомобильной инспекции. Расширялись задачи, стоящие перед нашей службой. Расширялся и личный состав. Сегодня только по Приморскому краю нас насчитывается более 1800 человек. А в системе МВД мы являемся самой массовой службой. Мы успешно выполняем задачи не только на территории нашего региона, но и в регионах со сложной оперативной обстановкой. Дорогие друзья, я сердечно от себя лично и от всего личного состава управления ГАИ поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия.